Вот в гараже купил себе такую лампочку интересную. В принципе, она идет под стандарт этот. В принципе, ну, простая колба. Вот такая вот. Очень интересный, как вентилятор. В AliExpress. Где-то, наверное, за 9 евро. Ссылку поставлю под видео. В принципе, ну, очень классненькая. Вот у меня такие стояли. И сейчас вот как раз-то вот это у нас цокулик есть. Закрутим ее сюда. Ну и посмотрим, как она будет светиться. В принципе, она сколько там? 80 ваттов. Ну, LED и 6500К. Ну, это Кельвины. Система у нас на лампе, как видно, Rohs. Этот изготавливает все. В принципе, в электронике. Так что... пробуем, подключаем. Ну вот так классно мы ее прикрепили. Будем смотреть, как она светит. Значит, так сейчас здесь выглядит примерно так. Вуаля! Ну я бы сказал, она просто звезда. Как она светит, это просто что-то. Китайцы рулят. Конечно, не сравнишь. LED. Там у меня сколько их? Вот тут, смотрите, как все сейчас видно. То есть, да? Классненько. Вообще, очень хорошо. Так ярко светит. Да. Так что, да, эту лампу можно покупать смело. Ссылочка под видео. Да, Рейна? Да. Классный у нас свет будет. О, очень классно, да. Красава.